الآن فظيع. انتشر مرض يسمى مرض كورونا. Сейчас распространилась болезнь под названием болезнь корона. ماذا نصنع؟ Что нам нужно делать? لابد أن نعتقد أن المرض ينتقل بإذن الله، لا ينتقل هو بذاته. Нам обязательно быть убежденным, что болезнь переходит по воле Аллаха, она не переходит сама по себе. لأن الله سبحانه وتعالى Потому что Аллах سبحانه وتعالى هو إذا مرض الإنسان الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي. Потому что человек, если человек болеет, то Аллах, как в Коране сказал, если я заболею, то Аллах исцеляет меня. لا يمكن أن نعتقد يعتقد الإنسان أن المرض هو الذي يأتي لابد يأتي. И не должен человек, то есть нельзя человеку иметь убеждение, что болезнь обязательно придет. لا إذا جاء بقضاء الله قد يمرض قد لا يمرض. И если придет, может прийти по предопределению Аллаха. Может, ты заболеешь, а может, не заболеешь. ماذا نصنع? Что нам делать? تأخذ بالاحتياطات التي يقولها الأطباء مثلا. Делаешь профилактики, которые рекомендуют врачи, например. هذا أخذ بالأسباب مهم. Это ты берешь причины, то есть это тоже важно. تقول الأذكار, أذكار الصباح والمساء. И также говоришь утреннее, вечернее поминание Аллаха. أقل شيء تقول دعاء. Или хотя бы говоришь دعاء. هذا الدعاء. Вот это دعاء, который сейчас шейх сказал. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قال هذا ينزل أي مكان الآن. ينزل في مدينة دولة من الدول. عندما تنزل الطائرة أو ينزل في مسجد أو ينزل في مطار أو ينزل في أي مكان. لو قال هذا الدعاء لم يضره شيء. То есть это дуа, аузу бикалимати ллахи таммат мин шарри ма халак. Если человек скажет это в каком-то доме или какой-то земле, на которую он приедет, то, как в хадисе сказано, что ему ничего не повредит. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا. Потому что Аллах سبحانه وتعالى, он тот, кто нас сохраняет. كم من أناس وضعوا هذه الكمامات ومرضوا. Сколько людей, которые носили маски и при этом заболели. لابد أن يكون يقينك بالله قوي. Нужно, чтобы твоя убежденность в Аллахе была сильной. ولا عليك من هذا الكلام والأحداث. И не нужно обращать внимание на эти все разговоры или случаи. كم نضيع من أوقات في هذه الأخبار. Сколько мы времени тратим на все эти новости про болезни? طيب الآن بعض الناس يقول يأتي الموت الآن قريبا. Хорошо, некоторые люди сейчас говорят, что сейчас вот смерть придет к нам. طيب كيف تلقى الله وأنت على الذنوب؟ إذا توب إلى الله. Хорошо, если это так, то как ты встретишь Аллах سبحانه وتعالى, ты в грехах? ممكن هذا المرض نزل للذنوب. Может, эта болезнь пришла из-за наших грехов. فنحتاج أن نتوب إلى الله نستغفر. И мы должны делать тоубу и просить у Аллаха прощения. ندعو الله. Просить у Аллаха. نلتجئ إلى الله. ما يمكن أن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة إلى الله. То есть и обращаться к Аллаху, потому что не может быть, нельзя, чтобы эта болезнь ушла, кроме как с тобой к Аллаху. لا نخاف من أحد, لا نخاف من المرض, نخاف من الله سبحانه وتعالى. То есть мы не боимся никого, мы не боимся этого вируса, мы боимся только Аллаха سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والسلامة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Я прошу Аллаха سبحانه وتعالى, чтобы благодействовал вас и да благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.